Аренда, продажа. Для себя подбираете, да? Если на максимум ценовой комиссии делать. Это домашний у вас такой день? Ну, наш. Сейчас, секундочку. Ставьте мне мобильник, пожалуйста. Да, погода шепчет. Жаль, конечно, не летом, но до лета мы ждать не можем. Что вы говорите? Жаль, что не лето, конечно. Да, вот жалко, что не лето. Летом тут не видно просто ни вот этих крыш, ни вот этих кранов, ничего. Видно только Днепр кусочек, вот это вот все видовое красивое. Вот эти вот стройки, дома, ничего же не видно. Тут как зеленый оазис по кругу получается, да. Утопающий. Ну, летом продавать уже будет нечего. Это лето. Продадим уже, надеюсь. Думаю, они еще что-то построят. Я думаю, Юра, последний проект. Так, куда идем? Мы его там смонтируем. Да. Плавает, да? О, сейчас мы снимем. Вон красненький плавает сверху. Ага. Красиво. Так. Так, а мы можем попасть там, где доделанная съемка? Надо обязательно снять, что с ремонта, понимаете, люди понимали. Ну, давайте подходим сейчас. Сейчас я еще дойду туда. Ну, наверное, туда. Чего? Сделаем этот.